Давай, с закрытыми глазами, брат, как же страшно, что выпало? Я открываю глаза, и тебе выпало? USB Genesis! Прямо сейчас, 3, 2, 1, погнали! Давай, давай, давай! Брат, это был весь бюджет на это видео. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе! И прямо сегодня мы откроем новые классики вместе с Абовином. Абовин, поздоровайся! Молодец, а, всем! И знаете, в чем суть этого видео? То, что все, что выпадет в этом симуляторе классиков, я подарю Абовину в настоящем стендофе! Братан, твоя реакция? Это я уважаю, такие подарочки я люблю. Давай, короче, прям каждый кейсик должен сегодня окупиться, потому что я желаю, как говорится, окупа и получения скинчиков жестких. Господа, чтобы вы понимали, мы уже все купили заранее. Тут есть даже Project Zone 9. А знаете, что с него выпадает? Братик, ты тоже это видишь? Ты тоже это видишь? Я сколько голды? Где именно? В стендофе? Да. Брат, столько. Я готов всю мою голдишку. Слышь, мало, надо больше. В смысле мало? Если М40 монстр 100 трек выпадет, тебе не хватит. Братик, ну я надеюсь, он не выпадет. Ну что, родной? Давай так, прям сейчас, пацаны. Вы сейчас все прожимаете по лайку. И Абовин вам подарит. Брат, что ты им подаришь? За то, что пацаны прожмут лайк и напишут в комментариях свой ID. Новогодний. Настроение. Не, ну давай так, ты сегодня заработаешь очень много голдишки. Ты готов поделиться, хотя бы пару косариков накинуть? Ну, получается, все в телеге будет новости. Ай, хорош, брат! Короче, ребята, Абовин прям сейчас нам рассказал, говорит, что Кентуха, не переживай. Это способ получения голды. Говорит, не переживай, все, что ты выпьешь, он пожертвует на благотворительность. Это правда, брат? Ну, походу. Ну что, родной, выбирай, с чего начинаем. У нас есть хелп. Так, давай с гифтбокса. С гифтбоксом? С него все равно ничего не выпадет, это самый бесполезный. А если Чекер Голд выпадет? Ну, придется разориться сразу. Брат, ты готов к гифтбоксу? Давай, давай. Поехали, поехали, мужики. И нам с тобой выпадать. Мужик, как же это было жестко. Ну, так сказать, первый раз пронесло. Давай гифтбоксик номер 2, да? Давай, давай. Че, слышь, почти добили. Надо добивать, реально. Надо добить, слышишь? Я тебя еще добью. Брат, делай пусть на твой любимый боксы. Все, как ты любишь, правильно? Давай. Погнали! И хэштег... Мать моя женщина. Фурия скасик. Давичка, брат, что ты так зеваешь? Я думаю, пора бы уже с М40 начинать, а то мы этот... Слышишь, гитбоксы что-то по фигне нам дали, нам надо хотя бы, чтобы М40 попролетало. Подожди, и что давайте, чтобы мы открыли? Давай, короче, Project Zone 9, там М40 пойдет. Ну конечно, М40-то родной. Брат, ты готов к М40? Раз, два, три, и Абовину выпадает! М40 почти. Братик, ну что, идем дальше? Еще одно, еще одно. Ну давай, давай, давай. Надо добить надо по-любому. Конечно, надо добить. Ну что, ребята, Абовин сказал еще один раз. Говори, брат, заклинание. И в этот раз М40, как говорится, нажимаем открыть и видим иконочку получить. Хэштег Абобану. О, стой, давай. Нет, нет. Это слишком дорого, это только начало. Не, ребята, это полный трешнячок. Знаешь, сколько стоит, как М40 обычно? 20к? Да. Ты гонишь? А, Боба? Неплохой аналог М40. Погнали сливать. Что? 20к? Я купил. А, Боба? А, Боба, ты меня разорил. Все, сливай за 0.3. Я отворот труба шатал. Давай, давай, получай. Получай. Идемте дальше. Ой, богатый, довольный, Абовин. Абовин, довольный-то. А я недовольный, братик, что мы дальше пробуем? Так, дальше моя, знаешь, что любимая? Хэллоуин 2019, это вообще топ-1 после М40 Monster. Мужик, у тебя совести просто нету. Давай, делаем буст на... Да тут все, дорогой, тут даже рарки по костырю стоят. Ты гонишь? Ой-ой-ой-ой, мужики, это жестко. Брат, скажи заклинание какое-то. Жесткое заклинание. Очень-очень четко. Чечетко. Go to school на счет 3. Выпадай, как говорится, попку под 3. Нормальное заклинание, прикинь, выпадет Gold School. Нет! Ну ладно, это еще недорого. Но это потому что плохое заклинание было, но видишь, такое. То есть ты сейчас скажешь хорошее заклинание. Так, стикер зомби. Окей, окей, брат. Баба! Это самый дешевый. Мне еще типа повезло. Типа повезло. Минус косарь. Все, брат. Сливаете. Сливаете. Получай! Получай подарок! Какое заклинание у нас дальше с тобой идет? Хэллоуин стикер пак, ты должен, как говорится, Gold School выдавать. В смысле должен? Подожди, брат. Это что ты ему указываешь? Он тебе ничего не должен. Он должен своей маме. Ладно, Хэллоуин стикерпак, пожалуйста, выдай нам Gold School, и мы простим тебе все неокупы, которые ты нам сделал. О, стой!
Опять же не то заклинание было, да что за фигня? Брат, у тебя есть еще одна попытка. Еще один? Ты что гонишь? Зашибись, а Бубин просто... Ты когда-то успокоишься или нет? Давай еще разок. Давай, давай, выставляй. За сколько ты поставил? Меня заскамили. Короче, брат, в связи с тем, что Бубина заскамили, решили второй скин подписчикам подарить, чтобы не рисковать. Плюс, это вообще опасная тема, никому не советуем так делать. Все, братан, идемте дальше. Давай. Левый стикер-пак, пожалуйста, только не зомби. Все, что угодно на зомби, это самое фиговое. Брат, ты сейчас даст клоуна, смотри. Нет! Нет! Нашел это самое заклинание. Так, проверочка, сколько стоит? Я нищий. Ты гонишь? 9900 стоит. Брат, это был весь бюджет на это видео. Этого было. Короче, братва, оказалось, Бубин не купил, а слил прошлый скин. Я перепутал, молясь. Сколько? Сколько? Ты чё, мужик? 9900? Как же дорого! Ладно, сливаем, 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 сливаем. Все, ты готов? Давай, быстренько, быстренько. Давай, получай подарок. Чуть не заскамили меня. Идемте дальше. Ладно, ребята, идемте дальше. А, Боба, братик, не засыпай, потому что прямо сейчас мы будем открывать еще один проджект зон 9 кассик. Давай, ZM40. О, еще один? О, давай, слушай, ты играл. Тут можно без заклинания чувствовать. Давай, давай. Хэштег ZM40, я помню под рарка-рарка. Ура! Ура! Она дорогая или нет? Нет, дешево, можно не покупать даже. Да? Разыграем подписчикам, братва, потом подписывайтесь на канал и пиши в комментариях ваши ID. А Бубин, ты же не против? Она вроде 200 или 300 голдишки стоит. Ну да, 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 нормально. Ладно, ну что, брат, выбирайся дальше. Так, давай Луерс, кстати, неплохо тоже. Слушай, я не знаю, почему тут одни дорогие кастики? Готов? Давай. Вон, у тебя сколько штук куплен? Брат, две штуки, ну, тебе хватит. А, ну нормально хватит, да. Ой-ой-ой, нет, нет. О, нет, это тоже очень дорого. Не-не-не, он стоит 300 или 400 голды. Можно его тоже на розыгрыш отложить. О. На стриме разыграешь. О, уважаемые подписчики. Не, да я сейчас разыграю. Если вы прямо сейчас ставите лайк и в комментариях пишите, почему я должен подарить этот USP именно вам, и мы с Бубином выберем победителя. Братва, вот этот скин я покупаю. Ну а Бобок, настоящий мужик, сказал, что подарит кому-то из вас или тех, кто поставит лайк, напишет комментарий и посмотрит видео без примоток. Да, Боба? Плюсик, плюсик. Погнали дальше. Братва, выбирай еще дальше. Так, туерс надо добивать, как их планировали. А где они? А, нет, их, братанчик, не важно. Тогда можно Ассистенс коллекция. Ассистенс, да. Давай вместе. Рарка, рарка. М4 Предатор. Ну, дешево. Ну, все равно, я хочу тебе это слить. Перемещаемся сливать. Слушай, ну хоть раз жизнь, я помню, выбил человеческий скин, который стоит 150 голдишки. Брат, ну это мне приятно тебе слить. Давай, ставь запросик. Лишним хозяйством не будет. Давай, родной, сливай. Раз, два, три. Ой, найс. Идем дальше. Чем выбираем? Ассистенс добьем. Опять? Слушай, а прикиньте, еще нож выпадет. Да просто летит селюха, я тебе отвечаю. Ой, хорошо. Еще бы. Один! Фигня выпала. А, брат, вот так ты относишься к моим подаркам. Это мой подарок. Идем еще раз сливать Бубину. Да, да. Еще раз? А Боба, ты когда успокоишься или нет? Ты какой-то неадекватный. Зачем тебе 2-4 предатора? Давай, да. Все, брат, готов? Да, я уже выставил. Давай, давай. Ой, халява. Все, халява, тебе халява, мне такая халява. Мы 43к уже. Претензик, сальвеликум, а ты в курсе, что это был дропчик и вышло обновление? То, что обратно вернули нашу любимую фабрику. Эльфов. Ты фармишь карамельку и получаешь бесплатно топовые скины. Но и это не все. Теперь на болдропе добавили нововведение. Приглашаешь друзей по своей рефералочке и получаешь кэшбэк. Поэтому, братик, все наши ссылочки есть снизу. Ну и, конечно, мы вам дарим подарочек. Сверху над нашими головами есть секретное слово. Вы его вводите и забираете свой приз совершенно бесплатно. А мы идем дальше. Братанчик, что дальше? Не стесняйся. Давай, Фуриус. Погнали. Как ты выжил после такого чиха? Слушай, у тебя крутая футболочка. Там лягушечка. Ой, имба. Так, тебе выпадает. М40, как ты и хотел! Найс. Ты рад? Можно не сливать, в принципе. А, понятно, все же дешево подписчиками, все же дорвай себе. Ладно. Нет. Давай еще один. Подписчикам дешевые не отдаем, только от 300 голды. Только очень дешевое. Ой-ой-ой, юбистер пешок. Ну это подписчикам по-любому можно подарить, да? Не-не-не. Подписчикам только дорогое. Ну шо, братик, давай, говори, что дальше, не стесняйся. Чё Фуриус, добиваем. Чё Фуриус? Давай я тебе сделаю буст, вот даже на ножи. Ты готов? Не-не. А, не, не готов? Давай, я уже заболеваю от того, что мне ничего не выпадает.
В смысле ничего не подает? Бардан, ты уже меня подкрутил. О, ты же любитель диглоу, правильно? Да. А что ты будешь делать с этим диглоу? Ничего, продам. Буду даже принимать. Ты садиться на него не будешь? Да. Так, ладно, бро, что дальше? Выбирай. Давай Нью-Йер 21. Ну, типа, Новый год, все дела. Надо вспомнить 2021 год. Слушай, а тут куча ножей, прям куча. Сейчас ты же можешь прям жестко обогатиться. Ты готов? Давай, давай, я готов к такому. Поехали. Сюда. Хэштег подешевле. Нет, это дорого! Это очень дорого! Братва, погнали сегодня Бовину. И следующий наш скинчик это Айронвилл! Брат, а ты видишь, сколько он стоит? О, неплохо, 300 голды. Сколько еще раз? 300. Ладно, братик, все, давай! Я выставляю, готов? Да готов, брат! Выставил жестко. Давай! Ё-моё! А Боба! Кому я слил? Ты мне за фулл прайс слил. Да смысл за фулл прайс, ты не у меня купил, алё. Я за 0.3 слил. Только бережика купил. Брат, а зачем ты купил у него? А, так он притворился тобой, у тебя тоже не кибер. Это был троллинг. А, в натуре у него не кибер-ёжик, у меня не кибер-про. У нас осталось еще раз, два, три, четыре, пять, целых шесть попыток, мэй. А, еще на Оригин, Оригин. Оригин. Ой, слушай, если тем 9 выпадет, что будешь делать? Подарю себе. Великолепный план, Уолтер. Подарю себе. О, это тоже дорого. Статрек? Нет, это фигня. А, брат. Нельзя такое сливать, оно слишком дешево. Да? То есть не будем сливать вообще, оставим себе. Да, просто этот оставим до конца в инвентаре, чтобы никому такое не досталось. Так, ну что, мужик, убирай дальше. У нас еще есть раз, два, три, четыре, пять. Давай Origin. Ты хочешь добить Origin, да? Ты прям уверен. На мужика! Хэштег на мужика! Я повин, выпадаю. Ой-ой. Также оставляем себе максимум. Ну да, это дешевочка. Это хэштег дешевый. Так, Нью-Йер 2020 стикер-пак, вот это жесткая тема. Ой, чё? Тут есть Metal Red? О, затестим сейчас. Это жестко, это сильно дорого. Опа! Ты реально уверен? Давай. Ну давай какое-то новогоднее заклинание, скажи. Новогодний стишок. Ладно, братан, вышел Абовин на крыльцо почесать свое лицо. Правильно. Погнали! Погнали, и нам с тобой выпадает, братик. Подешевле! О, нет, это очень дорого, Лапсанта. Это самое дешевое, что было. Да, он косарь стоит. Пищиком на розыгрыш. Ладно, братан, все, разыграю вам, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, в комментариях пишите ваши идеи. Ну, а мы с тобой наведем дальше, брат, осталось еще три попытки его решить. Давай travel back pack, я не знаю, что это такое. Travel back, брат, это очень дорого, очень дорого. А, ну это фигня, давай. А, слышь, это очень дорого. Ты видел, сколько там аркан? О, тебе еще ни одна не пролетела. Фигня, даже не сливать. Бекон выпал. Как тебе? Ну что, братишка, братанчик, выбираешь дальше. Давай зона 9 стикер. Ну давай, брат, зона 9. Это я смотрю, любишь зону, да? Слушай, тут тоже очень дорогие арканы. Давай затестим. Если маска падает красная, то это все ГГ минус. Это плюс 30к. Какой плюс 30? Плюс 200к ты хотел сказать. 200к? Он тут какой-то другой. Ладно, давай. Держим кулачки. Прямо сейчас. Абова, брат, поднимай кулачки. На счет 3 открываем. Раз, два, три. Погнали. Погнали. Держим кулачки, чтобы тебе выпала рарка. Ой-ой-ой. Фух, Danger Zone. Ну это, слушай, это вроде не супер дорого, да? Ну, голды 900 где-то или 1000. Ого! А как ты шаришь за все цены? Я думал, тебя развести, а ты шаришь за все. Я разоритель Дэвидоса. А Бойн готовился, походу, всю ночь с цены. Выставал, чтобы ничего случайно не слить. Фух, покупаю. Опять минус 300 голдишки. Пишу, все, 0.03. Я 276 выставляю, давай сразу. Давай, слил. Найс. Повезло тебе, да, брат? Повезло, довольный такой, а где улыбка на лице? Для Бовина это пыль. Для Бовина это пыль. Он понимает, что впереди будет Nameless Каски, там будет полный разнос. Ой-ой-ой, вот это имба. Брат, у нас остался Nameless Чармпак и Nameless Касик. Думаешь, тебе хватит денег на такое? О май, Nameless Чармпак! Давай, брат, ты готов? Прямо сейчас, 3, 2, 1, погнали! Давай! Брат, это самое разрительное видео за историю моего канала. 25к! Я куплю. Эх, братанчик. Нет, давай не покупай. Я знаешь, что хочу придумать? А ну-ка. Я думаю, можно придумать розыгрыш с этой штучкой. А у меня уже есть такой, поэтому мне, в принципе, второй не особо. То есть ты реально хочешь подарить подписчикам? Ты насколько щедрый? Плюсик, надо делиться. Хэштег Абоботоп! Брат, ты лучший! Короче, брат, чтобы получить вот этот нереальный червик с 25к, прямо сейчас надо поставить лайк, подписаться на мой YouTube канал и надо подписаться на мой телеграмчик. Там будет розыгрыш. Но мы
идем дальше, брат. Я тебя люблю, ты лучший. Но все равно запрос же надо поставить, потому что подписчикам же тоже надо его сливать. Поэтому ставлю запросик. Все, мужики. Кто-то из вас его получит? Поздравляю. Братан, и еще остается Неймлесс, Неймлесс Касси. Братан, ты понимаешь, что это означает? Я уверен, что ты хочешь его открыть. Я не хочу его, я не хочу. Брат, ты готов? Давай. Реально готов. Тебе не жалко меня? Я могу заплакать, если надо. Не сын, нажимай открыть, мы с закрытыми глазами так будем. Давай, с закрытыми глазами, брат, как же страшно, что ты? Самое дешевое выпадет. Так, я открываю глаза, и тебе выпало... USB Genesis 30K! Май! Погнали снимать! Нет! Почему? 30K! Брат, я тебе солью мой с моими четырьмя коронами наклейками. Просто мимо уже нет голдишки. Легендарный USB Genesis я готов принять. Все, ты готов? Я прям сейчас тебе продам! USB Genesis! Ты сумасшедший. А ты сейчас кому-то подаришь его. А, спасибо. Выставил. Быстро. Найс! А Боин, поздравляю тебя. А я теперь нищий. Ну что ж, леди и джентльмены, кто я был? Непревзойденный Кент АПК, который стал нищим из-за этой лягушки подлой. Ну, ребята, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, на мой телеграмчик, потому что мы там разыграем все эти скины, что вот уж выбили прямо сейчас. Всем пока! Пока-пока.